В четвертый раз во Владивостоке подвели итоги конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей». За все это время в творческом испытании приняло участие 2326 ребят со всего Приморья. Всем участникам от 7 до 15 лет. В этом году кубки и грамоты получили 6 ребят. В качестве подарков победители отправятся в филармонию, цирк и еще станут гостями на открытии спортивных игр «Дети Приморья». Оценивают работы профессионалы, преподаватели колледжа искусств. Критерии отбора рисунков несложные. Для участия в конкурсе главное свое индивидуальное видение. Такой, на первый взгляд, взрослой темы. Охрана труда. Это были разные. Где-то как на высотных зданиях работать правильно. Обязательно, что надо соблюдать охрану труда, одевать средства индивидуальной защиты. Они креативят, это просто, ну, мы, знаете, даже сами думаем, мы бы не догадались это сделать, они это делают. Поэтому мы понимаем, что когда они придут на работу, они точно будут соблюдать правила охраны труда.